Hi friends, today there is an opening of Ololo Vostok, and let's have a look what's happening inside. Привет, друзья! Сегодня открытие Ололо Восток, и давайте посмотрим, что здесь происходит. Я слишком все заново понимал. Это, наверное, такое самое большое. Thank you.
Головой еще надо поворачивать в разные стороны. Да, я поняла. Но я не хочу туда поворачивать, я хочу смотреть на вниз можно посмотреть, там, в обрыв. Ну, это, да, получается? Можно никуда не ходить, да? Нет, вообще это технология, мой проект я делал для того, чтобы наоборот ходили люди больше. Да? А это очень экономит время. И силы. Да, классно. So we're continuing our excursion. Мы продолжаем нашу экскурсию, и наши друзья из OVOP, our friends from OVOP. Да, на русском у нас будет проект «Одно село, один продукт», «Солнце». Магазин у нас находится на том углу 140, где вот все, что здесь у нас выставлено на дегустацию сегодня, каждый желающий может у нас приобрести. У нас все местного отечественного производства, все натуральное, с использованием исключительно наших местных ресурсов, нашей страны. Сегодня у нас здесь проводится бесплатная дегустация. Классно. Рад снова видеть. Мы также здесь. Отмылилось. Вот это разница между тем, чтобы делать MVP, потому что это соответствует каким-то вашим целям. Вы хотите стать программистом и идете на факультет программирования, да, к примеру. Вы хотите стать нейробиологом, идете на факультет биологии хотя бы. Вы хотите спасать людям жизни и идете на медицинский. Вот это вот действие из любви. И страх это, когда вы не хотите никуда идти, но родители вам говорят, ай, тебе отвод, или мне лень, и вы идете. И когда все ваши друзья идут на какой-то факультет, у меня, допустим, из моего класса половина людей поступили на юридический факультет КРСУ. Никто из них не работает юристом. Ну, например, Айбек Баратов, он был мой одноклассник, многие из вас, наверное, его знают, он как бы не работает юристом, как вы знаете. Вот, но половина людей поступили именно на юридический в тот момент. И никто тогда не думал про программирование, никто не думал про какие-то другие специальности. И возьмите другие поступки, почему люди женятся, потому что они действительно любят человека из всех сил, или потому что боятся, что останутся одни. Почему люди рождают детей? Потому что любят друг друга и хотят, чтобы был вот некий, не знаю, общий продукт этой любви, или потому что надо. Потому что страх смерти. Как это я умру, и после меня никто не останется. И как мы выбираем, что мы едим? Как мы выбираем, что мы одеваемся? Как мы выбираем, что мы смотрим? Как мы выбираем, с кем мы общаемся? Как мы выбираем работу? Как мы выбираем, ноутбук, да, себе? Что из этого, что из наших простых выборов каждый день и каждый час? Какие из этих выборов продиктованы любовью? Какие из этих выборов продиктованы страхом? Если вы глубоко-глубоко покопаетесь и просто будете через этот фильтр каждое свое решение пропускать, я вас уверяю, ваша жизнь изменится. Просто если каждый раз вы будете думать, окей, я вот так решила, почему? И когда 5 лет назад я думал, что я хочу дальше в жизни делать, у меня был критерий, что я хочу сделать что-то такое, что вот прям поменяет эту страну. Да? Потому что меня лично не устраивало. Ни тогда, ни сейчас, как дела обстоят. И считаю, что эта страна и эти люди заслуживают намного больше, намного лучшей жизни. И я думал, какой есть краеугольный камень. То есть, когда ты находишь краеугольный камень, какую-то корневую причину, если ты влияешь на эту причину, маленькими ресурсами ты можешь создать огромные изменения. Ну, например, там, если государство говорит, я хочу бороться с коррупцией, да, оно может сажать в тюрьму, но оно никогда не будет сажать всех, это невозможно. Потому что в конечном итоге останутся как минимум те, которые сажают. Как бы и заинтересовалась, и им очень это было интересно, очень многие прилетели в Кыргызстан из Гугла. Мы многие вот на мою свадьбу там прилетали, и после этого многие из Гугла прилетели, поэтому они очень классно. Поэтому многие продукты запустились, потому что Кыргызстан, с точки зрения бизнеса, он очень маленький для Google. Но тем не менее, они кучу продуктов сделали. Google Translate не зарабатывает ничего.
добила. Мне интересно, как систематично и быстро преодолевать этот steep learning curve? Как вы преодолеваете? Да, это, наверное, книгу надо писать. Steep learning curve — это, еще раз напомню, это когда вот вы учитесь, и очень сложно, да? Очень сложно чему-то научиться. Ну, я не знаю, надо читать или в интернете изучать, там, видео смотреть, как это другие сделали. Большинство того, что вы делали, до вас кто-то это сделал. Если там, если я захочу изучать новый язык, изучить, как это другие сделали. А, как-то себя самомотивировать. Я не знаю, я не думаю, что у меня там формула есть пока что для этого. Но я, наверное, не туда. Вопрос насчет инвестиций и стартапа. До того, как привлекать инвестиции, у вас был уже готовый какой-то бизнес-план, и у вас уже была компания, потом вы поехали привлекать инвестиции, например. Или вы здесь открыли что-то? Ну, как лучше сперва открыть компанию, потом привлекать инвестиции? Или сперва инвестора найти, ему все объяснить, и потом уже открывать? Классно, да. Классный вопрос, мне кажется. Вопрос в том, когда... В России нет в этом. Третий способ – это когда супер крутой программист говорит, я ухожу из Гугла или с Фейсбука. Единственное условие, при котором я останусь, если вы разрешите мне работать с другой стороны. Да. И такое я слышал, есть Asana, кто не знает? Есть Asana, Project Management. Task Management. Там один программист говорит, я ухожу, я хочу в Исландии жить, в Исландии. А они говорят, останься, давай я офис там открою. И он там офис открыл. А Асана в Исландии есть, там нет других компаний. И бывают такие случаи тоже. У нас в Гугле тоже есть такой случай. Купили компанию испанскую, у них, короче, на пляжу, короче, там такой, не на пляжу, там такая скала, и у них такой дом, очень красивый вид. И Google их несколько лет уговаривали, чтобы они переехали в Америку, они говорят, нам здесь нравится. И продукт очень классный, и люди очень как бы сильные, и Google не может говорить. В итоге они оттуда работают. А поэтому, когда очень сильная команда, они могут даже вот этих огромных компаний уговорить, что они говорят, тогда иначе мы уйдем просто. И Google и Facebook намного более важно, да, сохранить вот этих людей. Поэтому такое, как бы, и это очень реалистично тоже. То есть разные есть пути. Опять же, есть пути четвертые, которые я не знаю дальше, которые, может, ты придумаешь. Пути есть разные, если кто-то очень сильно хочет представительство там, Google или Facebook решит. Да? Здравствуйте всем. Меня зовут Азамат, я немного маркетолог. И вопрос такой, вот продолжая вопрос по поводу офиса в Бишкеке, да, или в Казахстане вообще это было. Вы говорили, что необходимы законы, да? Чтобы, то есть условия, в общем, для создания таких офисов, и что, ну, любая компания, когда едет в какую-то страну, то им важны условия в той стране, особенно политические и законодательные. Вы не думали, вообще такие лоббируют какие-то вот такие вопросы, допустим, в Кыргызстане? Именно законы, чтобы помогли, допустим, дальше развивать у нас страну, как из-за того, что у нас нет выхода к морю и так далее, у нас есть возможность создавать онлайн какие-то площадки. Это первый вопрос. Второй. Вот круто, что вы делаете Outland, именно что он находится здесь, в Кыргызстане, при этом вы создаете площадку для многих других и даете доступ для единичных людей, у кого есть какое-то образование и возможность, допустим, устроиться на работу. А вот, допустим, если в масштабах страны брать, то у нас вот, если вы в регионах были, то у нас очень плачевное состояние с образованием. Да? То есть в Outland могут попасть только единичные случаи. А если это масштабировать в масштабах страны, допустим, ездить по регионам, понять условия, какие они там образование получают, и здесь какие-то создавать площадки для обучения, что-то типа вот, я забыл, U-команда, да, или как вы сказали? Да. В общем, создавать такие площадки здесь, в Кыргызстане, и, допустим, развивать именно в регионах. Потому что у нас, допустим, в Outland попадут люди, которые уже обучились, кто-то вообще какой-то
образование, да, и могут поступить от, а от регионов это плохо. Вот, допустим, этот вопрос. Вы не думали, допустим, рекламу там, я не знаю, поездить по регионам, улучшить условия и доступность? Понял. Вот. Окей, законы, регион, законы. Да, работаем, общаемся, сейчас есть юристы, много кто помогает, мы думаем, какие законы нужны, чтобы вот эти следующие гуглы были, в Кыргызстане было многомиллиардные компании, которые помогают миллиардам людей со всего мира, как сделать, чтобы в Кыргызстане были, мы обсуждаем эти законы. Обсуждаем, это очень важная тема, согласен, классный вопрос. Второе, регионы, полностью согласен. Я не могу один или с нашей командой весь мир поменять, да? Нужны разные люди в разных местах. Вот есть Тимир Моон, открыл Джилдыз Академи. Вот он как раз по регионам ездит, и как раз вот этот проект начинает. Очень классный проект. То есть мы можем сотрудничать, общаться, да? Я со своей точки зрения узнаю, а чего вот эти компании хотят? Как у них это устроено? Мы это можем у них научиться. Моя роль — фокусироваться на вот этой, да? Если вот ступеньки есть, есть ступени развития. Кто-то учит английскому языку, кто-то учит там своему основному языку, да, будет кыргызский, русский, чтобы грамотно говорить. Кто-то второму языку учит, третьему. Да, и есть ступеньки, и каждый, мне кажется, ответственен за свою ступень. Я ответственен за свою ступень. Я не могу быть ответственным за все. Я не могу быть ответственным за, там, за английский. Есть намного людей лучше меня, которые могут это сделать. Я согласен с проблемой, но классно, вот Джилдыз Академи есть. Есть много проектов, которые помогают регионам, и я с ними общаюсь. Я общался вот с Соросом, да, Лира Самбаева. У нее куча проектов. Мы обсуждаем, какие можно новые проекты сделать, сотрудничество. Ну да, это классно. Я полностью согласен, это важно, чтобы все были. Потому что Алтал, мы только четверым в Кыргызстане, как мы были. Наша цель — просто вдохновляющие сделать истории. Да, вот у нас первый человек DeepMind, первая девушка, вот, программист в Фейсбуке. Наша цель — вот вдохновляющие условия сделать, да, как вдохновляющие истории, потому что мы будем глобальны. Для нас Кыргызстан будет маленький процент, да, рынка. И наша цель, чтобы в каждой стране мы хотели бы, чтобы были свои истории успеха. Допустим, SpaceX. Нет никого из Кыргызстана. SpaceX. Как это сделать? Мы учимся. У нас один человек чуть не прошел SpaceX. Tesla. Никого нет из Кыргызстана. Как сделать? И наша цель, вот, чтобы по одному вот это вот история успеха была. А у кого-то других цель, вот, чтобы многим помочь. Это тоже супер-супер важно. Здравствуйте, меня зовут Даниэр. Я хочу задать такой вопрос. Когда вас пригласили в Google, как люди как их работники отреагировали на то, что вы кыргыз, и как они к вам обращались? Мне никто этот вопрос не задавал. Я уже в 2007 начал, уже 13 лет мне вопросы задают, это вопрос никто не задавал. Очень классно ко мне обращались. Как бы для них это было непонятно, что за Кыргызстан, где это. И, как бы, я им часто рассказывал, когда вот делали Google Street View, вот, фотографии, если Google Ирландия офис посмотреть, мы вышли туда со всякими иностранцами, они колпаки одели, да, колпаки привез, они в колпаках стоят.